И мы дождались, когда стали уничтожать уже наш любимый сквер между улицей Кравченко и проспектом Мернадского. Вот, смотрите. Раньше здесь была троллейбусная, как вам сказать, конечная. Они что, заезжали, делали круг и ехали дальше. Сейчас у нас включили электроавтобусы, и началась проблема со сквером. Его потихонечку начинают отрезать. Вот, происходит вот такая вот вещь. Ничем не огорожена, заметьте. Вообще ничем не огорожена. И мало того, вот такая вот у нас яма. И вот смотрите, что дальше и дальше будет это делаться. Вот так вот это все выгребают. Наверное, здесь будет стоять какое-то здание. Мне как кажется, трансформаторная какая-нибудь будка или еще чего-то. Вот, вообще, ничем не огороженное. Вот сейчас воруют землю у нас. Смотрите. Что здесь делают. Вот такое, такое здоровое здание будет. Вот она, опять, дорожка красная. Управу я звонил, они не в курсе, никто не в курсе. Надеюсь, что, может, кто-то прояснит мне. Но то, что идет потихонечку занимание сквера, это факт. Вот добрались и до нашего сквера. Я пока прекращаю, потому что, а что одно и то же смотреть? Сейчас я буду что-то делать, куда-то названивать, кого-то выцеплять, чтобы решили эти вопросы. Все, пока, до свидания. Значит, я позвонил в управу, я выложу запись, маленький кусочек записи, что мне сказали в управе. Именно начать это самое зам управы, да, как бы. И я еще хочу сказать, что вот сейчас мы видели, значит, оказывается, уже вызывали полицию, вызывал полицию рупор Москвы, который, в принципе, мне позвонил и сказал, что здесь творится такой вот бедлам. Да? Спасибо Ване за это. Вот. Это самое, документы сейчас у них нету. Начальника нас вот здесь вот сейчас нету. Управа сказала, что сейчас подойдет, но у них сейчас совещание. Да? Вот. До депутатов я муниципальных дозвонился. Вот. Один депутат и так не дозвонился, до второго депутата я дозвонился. Она мне сказала, что чего делать. Они держат руку, пульс на пульсе. Вот. И будем ждать сейчас прихода нашей управы по поводу вот этого вот всех случаев, которые сейчас происходят. Ну вот. Это самое. Будем надеяться, что все-таки управа придет. Не обманет. Подождем, пока еще не так холодно на улице. Вот. И поэтому я опять сейчас отключусь. Потому что больше сейчас пока ничего интересного не происходит. Сейчас идет обычные, ну вот, обычные работы, которые я пока не могу приостановить. Вот, и которые... Вот, ждем, короче, депутатов. Ой, вернее, не депутатов, ждем главу управы, людей из управы.
Все, спасибо. Попозже я опять включусь. Здравствуйте. А что здесь будет? Во-первых, это не ко мне. Здесь, во-первых, ходить нельзя. Я понимаю, что ходить. Здесь нет ограждений, видите? А во-вторых, у вас здесь нет. Вы работаете без каких-то... Я наемный. Причем здесь наемный-то? Ну, вы вижу с этой штукой. Здесь же должно же быть указано, что здесь делается. Простите, да. Где там? Где у вас начальство хоть какое-то? Ну, я понимаю, как так, когда вы без начальства работаете? Должен же кто-то отвечать за это. У вас даже нет никакой информации, что здесь происходит вообще. Мою машину надо, чтобы увидеть. Я понимаю это, но кто-то должен отвечать, кто-то должен следить за тем, чем, что здесь происходит. Где вы видите ограждение, что здесь находиться нельзя? Скажите мне, пожалуйста. Вот посмотрите, ограждений нет. Я прекращаю пока. Наверное, придется вызвать полицию. Вот приехали какие-то электрики, пока я жду здесь управу. Сейчас хочу у них спросить. А скажите, пожалуйста, откуда вы будете тянуть электричество? Здравствуйте, а вы кто? Мы общественники этого района Ломоносовского. Понял. Что? Так не я тяну. Я вас просто монтаж, спросил, где вы будете тянуть? Или это секрет? Что тянуть будем? Ну, электричество как-то отсюда будет, куда-то откуда-то будет тянуться, правильно? Сюда? Конечно, да. Ну, откуда? Питающих по станции. Угу. У нас здесь... И подождите, значит, вы здесь будете рыть весь наш парк? Я не знаю, чей это парк, как бы. Ну, а как так? Сейчас, извините, не до вас. Ну, а нам это очень важно, потому что наш парк уничтожается, и мы должны как-то его защитить. Кто-то же должен его защитить. Сколько деревьев вырублено? Ну, вот, и здесь сколько деревьев будет вырублено? Сколько вырублено уже? Вырублено пока ноль. Ну, вот сколько и будет вырублено сейчас? Ну, извините, когда вы роете, я знаю МАЭК, когда он роет, он рубит все корни у деревьев. Ну, какая разница? ДКР, то же самое. Им начихать на все деревья. Они просто рубят и вперед корни все рубят. И считают, что дерево свободно. Вот прошло какое-то время, управы до сих пор нету. Мы согласовали управы и все. Так управа очень удивилась, когда я сказал, что здесь идут какие-то работы. Вот в чем вопрос идет. Здесь щит информационный, мы должны знать, что... Да, кстати, происходит. Должен же быть информационный щит, да, на самом деле? Это к монтажникам вопрос, ну как... Ну, все равно. Я все понял. Спросите их, где щит. Ну, вот мы их спрашиваем, они чат привезут. Ну, а, извините, а закон-то есть закон, где за 10 дней до рабочего... Я с вами согласен, контролируйте, положено. Ну, а нарушение-то есть? Во-вторых, ограждение. Что за ограждение? Где ограждение? Их нету. Вы со мной согласны в этом отношении, что их нету? Смотрите, там простор, проходи не хочу. Тут простор, проходи не хочу. Тут простор, проходи не хочу. Да? Вот. Вот в том-то и дело. Да, где убрали? Если вы даже сейчас все соедините, все равно не будет полностью ограждено. Ну и что ж техника? Ну ёлки-палки. Люди бывают разные. Эта история
закончилось тем, что они дали все документы, документы все на месте, вот. Но сейчас стал вопрос, что они будут прокладывать кабель. Как они будут прокладывать кабель? Нам обещали, что не будет уничтожено ни одно дерево. Вот, что они сначала выведут кабель на проспект Вернадского, а потом будут уже вести по разные стороны. Это первое. А второе, что вот потихонечку уже стали просто застраивать, я так считаю. Да? И не ровен тот час, когда просто наш маленький скверик снесут. Так что вот так вот. До свидания. Все хорошо. Смотрите. Деревня.